Те, кто с нами давно знаком, знают наш любимый завтрак. Те, кто только начинает с нами свое знакомство, знакомьтесь, яйцо пашот. Водичка закипает, видите, она не совсем кипит. Яйцо опускаем ситечко. И ждем 3 минуты. Ничего мы не делаем, никаких воронок, ни соли, ни уксуса. Все будет идеально. Ну вот смотрите, оно начало само отпрыгивать от дна. 3 минутки прошло, мы его поднимаем, наше яйцо пашот готово. За счет того, что мы его пропустили через ситечко, нет никаких лохмотьев. Да. Еще нам понадобится хлеб, помидорки. Мы думали, это базилик, но это какая-то ароматная трава выросла у нас вместе с базиликом. И сыр плавленый или творожный. Хлебушек намазали плавленым сыром. Кладем сверху огромные листы. Базилик или не базилик. Кладем сверху помидорки. Ап, ап, ап. Здравствуй, дорогой. Финальных штрихов в виде ароматного перчика. И финальная красота. Самая любимая часть марлезонского балета. Красота такая. Ну, хоть картинку пиши. Картинку.